Всем, ребят, привет! Сегодня у нас видео не связано с копом, но связано с нашим хобби. Сегодня я буду встречаться с одним из своих подписчиков. Подписчик оказался победителем, помимо всего, он еще и самарчанин. Это очень приятно. И сегодня я вот решил с ним встретиться. У него недавно был день рождения, но его выигрыш победный, наверное, будет уместен к тому, что у нас впереди Пасха. Что я ему подарю, вы, наверное, многие, кто следит за моим каналом, знаете. Тарелочка. А какая тарелочка, вы увидите, я буду ее сегодня вам вручать. Так что ждем Александра Петрова, одного из наших победителей. Ну, чуть-чуть осталось, говорит, что уже подъезжает. Итак, ребята, так получилось, что с Александром я встретился, и он меня позвал к себе в гости на чаепитие. Небольшое такое застолье. Кстати, он мне решил сделать подарок, сейчас мы его вскроем. Но сначала хотел бы ему подарить, ребят, вот такой подарок. Вот такой вот подарок, ребят. Он у нас выиграл в честной борьбе. Кстати, недавно у него было днюха, с днюхой заодно. Ну и грядет у нас Пасха. К Пасхе, я думаю, он ее не обмоет, а обкатает яичками. Обкатает яичками. Так что, Саня, вот твой приз. Офигеть. Да, шикарно вообще. Даже шикарнее, чем это по телевизору. Ну, по телевизору-то одно, это, прикинь, такая текстура прям вообще классно вырезана. Так что это вот такое. Да, кстати, это нам предоставил Сергей Назаров. А ссылочка под видео под этим будет. Ну, а Санька мне тоже сделал, ребят, подарок. Кружечку. У меня же днюха недавно была, ребят. Сами знаете, да? Гудели мы, гудели. Ох, какая кружечка! Вы только посмотрите! А, вот какая фотография! Это мы с Кингом на выставке, где Кинг в первый раз участвовал и занял первое место. Так, и здесь надпись «Кладуху под катуху и счастливую житуху». Изнюхай тебя, брат-комрад, 05.03.21 года, Александр Петров. О, классно, теперь у меня будет личная кружка. А то у меня всякие кружки, хрен пойми. А это теперь будет именно. Все, Сань, спасибо. Спасибо. Тебе спасибо. Ну и теперь, ребята, просто кофеек попьем. А с Александром мы в ближайшее время, ребята, все-таки планируем, наверное, все-таки покопать. Надеюсь, встреча состоится. По-любому состоится. И у нас кладухи будут, ребята, под кладухой будут. Я с пацанами со своей командой уже общался. Они, в принципе, не прочь. Да мы как бы всем рады, кто с нами копает. Вот, так что, ребята, смотрим. В ближайшее время Санька с нами будет копать. Ну, на этом и все, ребят. Короткий обзор. Отчитался. Подарки у меня получают все. Подписывайтесь на канал Александра. У него самые правдивые ролики. Когда я хотел начать это все просматривать, и получалось так, что смотришь ролик и уже понимаешь, что человек копнул лопаткой, а у него там клад отошел на метр, а у него там еще 500 золото, монет выпало. Да, золото, серебро, сразу все сыпется. А здесь классные, отличные, правдивые, жизненные ролики. Да, ребят, правдивые, честные видеоролики. То есть у нас все без обмана, подкладного ничего нету. Если бы подкладывал я, мне бы уж давно бы закопали свои же комрады, что их и обманывают. Так что ладно. Это, ребята, человек, который вот, знаете, заинтересовался моим каналом, и ему нравится то, что я делаю. Так что ладно, в следующий раз увидимся уже, наверное, вместе с ним. Пока.